Приветствую всех на своем канале. В руках у меня прожектор, который стоял на улице, перестал работать. Сейчас я контрольно подам на него напряжение 220 вольт, чтобы уже точно удостовериться, что он не работает. Я подразумеваю, что там короткое замыкание, потому что при включении прожектора выбило автоматический выключатель на 16 ампер. Скорее всего, там короткое замыкание. Ну, сейчас включаю в розетку и проверим его на работоспособность. Да, гореть он не хочет, не зажигается. Сейчас проверим его контрольной лампой. Лампа загорелась. Вывод, 220 вольт подходит к прожектору, но прожектор не хочет загораться. Сейчас откручиваю лишний провод и будем его разбирать. С обратной стороны нет никаких ни винтов, ни гаечек, ни винтиков, чтобы его полноценно разобрать, не повредивший его. Откручивается только вот герметичное крепление провода, но это нам ничего не даст. Один выход, вот как вы видите, вода в самом прожекторе видно, где-то или замкнула, или коротнула. Выход один — это попробовать снять стекло с прожектора, но этот вариант вряд ли у нас получится, скорее всего стекло лопнет, потому что оно очень сильно при помощи герметика прикреплено к самому прожектору. И снять стекло, не повредив его, у нас не получится. Пробую разные варианты, чтобы как-нибудь подцепить стекло. Меняю ножи, но все безрезультатно. И все дело идет к тому, что стекло сейчас лопнет. Ну, тут ничего не поделаешь, будь что будет. Уже два ножа воткнул, не помогает. Еще один взял, другой. Один падает, второй выскакивает. Никак не могу подцепить стекло и оторвать его от герметика. Взял уже вот большой ножик, тоже никак. Даже корпус отгинается, не получается. Ну все, последний вариант — отвертка. И хлоп. И все, стекла нет. Треснуло на очень мелкие-мелкие кусочки. Видно, стекло это было каленое. Теперь один вариант — это стекло аккуратненько снять битое, чтобы и руки не порезать, и светильник не испортить, что мы сейчас будем и делать. Более-менее почистил прожектор от стекла. Вот он, как вы видите, синенький проводок отгорел. Сейчас я откручу светодиоды от корпуса прожектора и будем дальше уже смотреть, думать, паять, проверять, восстанавливать прожектор. Открутил при помощи ножичка. Поддеваю светодиоды, и что мы видим? А тут ничего нет, паста. Скорее всего, паста, которая способствует теплоотдаче светодиодов корпусу прожектора. Все радиодетали находятся на лицевой стороне светодиодов. И вот видим мы, что вот здесь вот, да, отпаялся или отгорел проводок.
Вот его надо будет нам припаять. Решил я старый провод отпаять и заменить его на новый. Новый, как вы видите, вот он лежит у меня на столе в белой оплетке. Укорачиваю концы проводов. Тем более такие длинные, они ни к чему. Контакты к припаиваемой поверхности очень малы, поэтому и провод сам должен быть не такой большой. Затем беру паяльник, и процесс называется лудение. Облудить надо. Облудить надо концы проводов. Немного канифоли и сверху олова. Дальше потом я сделаю на каждом проводе по капельке олова, для того, чтобы лучше потом припаять поверхности светодиодов. Вот одна капелька, сейчас будет вторая. Теперь припаиваем провод к самим светодиодам. Вот этот вот провод, он плюсовой. Его надо аккуратненько припаивать, потому что, чтобы он не касался самой поверхности светодиодов. А то иначе будет замыкание. Делаем это все очень-очень аккуратненько. Вот один проводок припаяли, сейчас второй. А второй прямо припаивается на всю вот эту вот поверхность. Там чуть-чуть зачищено. И вот теперь, расплавляя олово, добиваемся пайки провода к поверхности. Вот так вот у меня получилась пайка провода к светодиодам. Теперь я хочу проверить. То есть я сейчас подключаю провод с вилкой для того, чтобы подать напряжение на светодиоды и посмотреть, будет работать прожектор или не будет. Но я надеюсь, что все-таки он заработает. Подключаем розетку. И ура! Прожектор заработал, засветился. Это идет световая волна, но факт тот, что прожектор стал снова работать полноценно. В заключение хочу продемонстрировать результат моей деятельности с прожектором. Провода припаяны, залиты клеем, светодиоды прикручены к корпусу прожектора. Остается самое малое – поставить светоотражатель, его можно еще протереть, чтобы он был почище, и вырезать нужного размера стекло, посадить стекло на герметик, и можно использовать данный прожектор в своих целях. Сейчас я покажу, как он работает. Я специально ставлю ладошку, потому что идет световая волна, но всем понятно, что прожектор работает. На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.